Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале R-Style. OnePlus 6, OnePlus 6T, два телефона в моих руках, при том шестеркой я пользовался, ну не то что много, но несколько месяцев. Месяца, наверное, 4 я и попользовался, и продаю только не из-за того, что что-то не понравилось, а ну как-то поднадоел уже, честно говоря. И на самом деле те вещи, которые мне не понравились в шестерке, они незначительные, и для кого-то кто-то внимания не обратит. Например, мне не понравилось, что динамик как был на боку вот здесь вот снизу, так и в 6Т он и остался на этом неудобном месте, стереоэффекта не завезли. С другой стороны, очень важно понимать, что 6Т обновили в лучшую сторону то, появилось, чего не хватало в обычной шестерке, автономность 3300 в обычной шестерке и 3700 мАч в 6Т. И появился сканер отпечатка пальцев, он прямо на экране 6T. На самом деле, Oppo, Vivo и Meizu так делали. То, что появилось это в OnePlus, это, конечно, хорошо и зачетно. Сканер в экране, это действительно удобно. Ну, давайте подробно сейчас сравню, подробно, но коротко, эти два телефона. Что из них купить, каждый решит для себя сам. Мое же мнение, что переходить с шестерки на 6T какого-то большого смысла нет. И кроме батарейки, то, что здесь она стала лучше, стало хуже, то, что убрали разъем для наушников, зачем-то, я не понимаю, для чего они здесь это сделали. Притом водостойкость также официальные смартфоны в оба смартфона не завезли. Вырез стал меньше, вырез стал теперь каплевидной формы. Опять же, так это делает компания Oppo. Это, конечно, лучше, чем вырез, который посередине занимает часть экрана. Но могли бы совсем без него обойтись. Но я не буду уже все это по какому-то разу пересказывать. На самом деле, телефоны интересные. Давайте же поговорим о том, чем они интересны в первую очередь. В первую очередь, оба телефона интересны несколькими вещами. Первая из них, это, конечно же, оболочка. Оболочка очень близка к чистому Android, но в отличие от него более гибкая, более функциональная, есть много фишек. Есть, например, ну, из элементарного, это возможность поменять кнопки местами, вот эти вот назад и список последних приложений, поменять можно их местами. Более углубленно, это то, чего не хватает мне на чистом андроиде до сих пор, это, например, режим экстремального энергосбережения, он есть далеко не всегда. Это управление жестами, можно нарисовать букву О, запустить там камеру и так далее, или букву С, по-разному можно настроить. Это сама по себе гибкость, плюс меню приложений, плюс темные темы, плюс самое главное, это то, что спустя годы OnePlus не бросает своих пользователей, в отличие от некоторых других компаний, и обновления могут приходить. Я не обещаю, но могут приходить через 3 и через 4 года на новую версию Android. И это легко объяснимо, потому что у них всего выходит 2 телефона в год. В отличие даже от других фирм, там от той же Sony, например, от того же Samsung, например, у которых десятки телефонов, и других фирм на Android. Здесь 2 телефона в год, поэтому, ну, это было бы стыдно, если бы они еще забивали на свои телефоны. Они не забивают. И, конечно, скорость работы. Да, сейчас телефоны на Android работают очень быстро, и даже дешевые телефоны, буквально там чуть больше $100, хорошо, в 200 даже долларов, работают очень шустро, быстро и достойно. Никаких проблем в современных телефонах нет. Но OnePlus, я отлично помню, как быстро он разблокировал по сканеру отпечатка. Это был на тот момент самый быстрый в мире телефон. Ну, по моим ощущениям, это еще 5T, насколько я помню, два поколения назад. Сканер лица, опять же, на OnePlus всегда работал очень быстро. То есть эти телефоны, если вам нужна скорость, вам нужно отсутствие лагов спустя даже длительное время работы телефона, через полгода, через год, даже через два. И владельцы OnePlus еще 3T наверняка, 5, кто меня смотрит, напишите. Я тут нисколько не лукавлю. И у меня есть знакомые, которые ими пользуются, и они работают действительно быстро, очень быстро. Но тут что-то получается, их как будто захваливать стало. Давайте ложечкой дегтя разбавим. Потому что ощущение от OnePlus остается хорошее, но большое «но» в этих телефонах есть. Что в шестерке, что в 6T. Корпус стеклянный, разумеется. Корпус мало того, что собирает очень сильно отпечатки пальцев, он, ко всему прочему, еще и скользкий. Поэтому обязательно бампер, который идет в комплекте и в 6, и в 6T, обязательно нужно одевать, потому что есть очень большой риск, что телефон рано или поздно из рук у вас выскочит и разобьется. Это вот такая ложечка дегтя. Кроме того, я уже упоминал, мне совершенно непонятно, почему не сделать полноценное стерео. Это несложно, блин, использовать разговорный динамик. Это же несложно, совершенно. Почему они не делают? Почему динамик на этом нижнем торце, на вот здесь? Я также понять не могу. Вот не могу и все. Хотя сам динамик, справедливости ради, он громкий и четкий. Почему не завезли водозащиту? Кто-то скажет, стоимость бы увеличилась. Но извините, как бы она не такая и низкая уже для OnePlus. Не такая и низкая.
Это, конечно, не Sony, это, конечно, не Samsung, но все-таки. И они, производители, говорят, что она есть, типа, но мы не заявляем, но кратковременное погружение под воду он выдержит. Но одно дело, когда ты телефон с официальной водозащитой, ну, это редко бывает, зонтики у всех есть, но мало ли, вот ты идешь, дождь проливной, и ты вытаскиваешь телефон, не боишься, говоришь, алло, что он зальет, вода просто. Здесь я со своим OnePlus'ом так не рисковал. Под воду я его не опускал. И в случае дождя я зонтик с собой не люблю брать. Это уже я. Вот. Я не рисковал разговаривать под дождем, тем же окунать его, например, в бассейн. Точно нельзя. О хорошем еще что могу сказать? И, наверное, не то, что о хорошем, а о нейтральном. То, что камеры 16 плюс 20 плюс 16 мегапикселей фронтальная, они абсолютно одинаковые, ребят, на обоих телефонах. Абсолютно все то же самое. Те же настройки, то же качество записи в 4К, тот же режим боке, эффект размытия и на фронтальных, и на основных камерах. И как я не выглядывал, качество камер вообще абсолютно одинаковое. Я разницы вообще никакой не нашел. Снимает прилично. Единственное, чего мне не хватает, он почему-то снимает только либо 4:3, либо 1:1 квадрат, либо 18:9. Я не могу понять, почему формата 16:9 нет. Ну, решили от него избавиться. Но, с другой стороны, можно стороннее приложение камеры поставить. Экран у 6T чуть подрос, если у обычной шестерки 6,28 дюймов, 6T 6,41, и теперь немножечко также вытянулся экран, здесь 18:9, здесь 18.5:9, и экран действительно за счет не знаю чего кажется больше. Немного, но все-таки вот такое чувство, что не чувство, а мы видим реально, что экран стал несколько больше. По качеству экрана все так же одинаково, мне сложно что-то сказать из-за того, что просто и в шестерке экран Super AMOLED качественный, более 400 пикселей на дюйм. И в 6T он такой же точно качественный, с высоким запасом по яркости и с огромным количеством предустановок цветовой температуры, здесь их целых 4. Плюс под себя еще можно настроить пресет, более теплый, более холодный. И по экранам полный зачет. По Qualcomm Snapdragon 845, здесь одинаковый процессор в обоих телефонах, также полный зачет. Есть версии как 6, так и 8 гигабайт оперативной памяти. Это реально очень круто. А карт памяти также нет. Ну и в шестерке ее не было, и в 6T не завезли. Только 2 сим-карты. Ну и на том спасибо, что хотя бы 2 сим-карты. Версию, по идее, лучше брать 128 гигабайт, потому что пишет телефон в 4К, если что-то будете снимать, даже 64 будет маловато. Но, насколько я понимаю, выпускается уже Т-версия только на 128 и выше. В некоторых странах, как я понимаю, 64 гигабайта будет продаваться. Не знаю, будет продаваться в России или нет. По батарейкам, ребят, все очень просто отличие. Оно наглядно, оно четко видно, я проверял. 3300 в обычной шестерке, 3700 целых уже, это много. Было бы совсем хорошо, если бы 4, но и 3700 это хорошо в 6T. Смотрите, воспроизведение видео на максимальной яркости около 12 часов на шестерке. Здесь уже около 14, мы видим этот прирост. Мало того, опять же, в реальном времени, я не говорю, что автономность плохая, я никогда не говорил, но, конечно, не такая и большая. Я каждый вечер заряжал телефон. Единственное, что по-настоящему здорово выручает, это очень быстрая зарядка с фирменным зарядным устройством. Вы за полчаса зарядите его, за полчаса где-то зарядите его там до 50%. За 10 минут зарядите тоже ощутимо, очень быстро. Но беспроводной зарядки ни в одном, ни во втором телефоне, кстати, нет. И в реальном использовании 6T, конечно, будет несколько больше. Тут просто физика. Экран стал чуть больше, да, но при том же процессоре, при той же технологии экрана, конечно, 6T работает несколько больше. И вы все ждете, когда же я скажу об отсутствии разъема для наушников. Да, я так же опечален, как, я думаю, большинство из вас. В 6T его зачем-то убрали, непонятно зачем. Мне очень нравится, как звучит 845-й Qualcomm Snapdragon. И в наушниках у меня разные. У меня 3 беспроводных наушников. Блин, у меня 4 или 5 проводных. Ну, зачем лишать меня выбора, я понять до сих пор не могу. К сожалению, разъема нет. Но не для всех это будет проблемой. Опять же, я это понимаю. Подводим итоги. Да, на всякий случай отмечу. Полный фарш. Все есть в плане там NFC, конечно же, есть. GPS, GLONASS модуль, Beidou модуль китайский также есть. Телефон очень быстрый, очень шустрый. Про производительность я больше добавить ничего не могу. Ребят, 845-й дракон. Все есть, что нужно. И тут, если по тестам мы посмотрим, пожалуйста, 296 и 293 тысячи баллов, это в данном случае 6, это 6T. Разница в 3 тысячи ни о чем фактически, то есть 300 тысяч фактически они набирают. Монобровь, кстати, можно скрыть не только в шестерке, но можно скрыть также и в 6T. Вот этот вырез его виден не будет. Но, конечно, он мешает значительно меньше, чем он мешает на шестерке. На шестерке я его скрыл.
И его не видно, потому что это AMOLED-экран. Когда мы какое-то приложение открываем, вырез скрывается, область просто черная остается. Здесь можете сделать то же самое. Пожалуй, на этом все. Если вы меня спросите, Давид, а стоит ли менять шестерку или даже 5T на 6T? У меня нет однозначного ответа, и я могу сказать, наверное, все-таки не стоит. С другой стороны, если вы хотите больше аккумулятор, если вам старый телефон просто поднадоел, или другой марки какой-то телефон, то 6T вас однозначно не разочарует. Здесь давайте плюсы подведем. По-настоящему крутой, очень-очень с большим запасом по яркости AMOLED-экран, Super AMOLED. Здесь вполне себе хорошая камера, как-то вскользь о них сказал. Но камеры хорошие, не такие классные, как в том же Pixel, например, на мои глаза. Но они достойные, не хуже, чем у той же, ну не знаю, LG, если сравнить, Sony. Вот. Возможно, похуже, чем в том же Samsung Galaxy S9, но не очень сильно. Снимки получаются добротными. Видео, кстати, тоже хорошо пишет. Здесь, как таковых минусов, это, наверное, вот мелочи. Вот, отсутствие беспроводной зарядки, я ее ждал. Я читал о том, что производитель говорит, что ну, она медленная. Да мне пофиг, мне удобнее положить на беспроводную зарядку, чем кабель втыкать. Это мелочь, но пусть оно будет. Пусть будет. Второе, это нет стерео, оно мне нужно иногда. Я не всегда слушаю музыку в наушниках или смотрю YouTube, как и вы. Я же хоть и блогер, но я все то же самое, я YouTube смотрю. И меня просто раздражает, что телефон нужно вот так крутить, чтобы отсюда звук пошел, и ты держишь как дебил просто. Ну извините, за что в шестерке, что в 6T, это непонятно, почему динамик один и на самом неудобном месте. Но выведите вы его сюда, сделайте его стерео полноценное. Господи, даже iPhone сколько противился лет стерео, года с 11, с 12, если не брать мохнатые вообще там нулевые годы, еще стерео было в кнопочных телефонах. Даже Apple сделала стерео, блин, в конце концов. Эти же ребята пока сидят с одним динамиком, это очень странно. Ну да ладно, это мои придирки. Скользкость, также придирка, и, наверное, все. В основном телефон очень радует. Еще раз скажу, это очень быстрый телефон. Его, по идее, должно хватить на много лет вперед. Вы не будете чувствовать никаких компромиссов, кроме того, что я назвал там вот эти вещей. Но в остальном, то есть как машина, контент-машина, хорошее качество видео, отличный экран, приятно играть в игры всегда на максимальных настройках. Это круто. В любом случае, выбор за вами. Телефон я взял для теста в интернет-магазине qyuk.ru. Если будете там покупать, то есть скидка в 500 рублей по кодовому слову rstyle. Притом на абсолютно все телефоны, которые продаются на смартфоны. Есть пункты самовывоза в разных городах, если для вас это важно. Я думаю, для вас это важно, если вы живете, например, в Краснодаре или в другом городе, где есть пункт самовывоза. Проще оплатить и забрать там, чем ждать транспортную. И гарантия расширенная 3 года дается на телефоны, на все, опять же. Ссылка будет под видео, там же я оставлю огромное количество фотографий с этих двух телефонов. Если нравится то, что я делаю, ставьте лайк. Если не нравится, вдруг дизлайк. В любом случае, как всегда, много интересного. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.